Соковский мост, переход к набережной Уводи. Каждый день здесь проходят сотни человек, и в любую минуту на их головы могут свалиться листы поликарбоната. В крыше появилась большая дыра. Куски опасно раскачиваются на ветру, причем довольно давно. Так вот, видео направляю специально для администрации города Иваново. Центр города Иваново. Посмотрите, какой бардак, а? Это пешеходный переход. Все разбито. Все отломано, угрожающе все свисает. Это просто вопиющий факт. То есть проблему горожане обнаружили еще в марте. При этом Козырьку катастрофически не везет уже несколько лет подряд. В 2018-м его побило градом. Пришлось чинить. Ремонт тогда обошелся в 250 000 рублей. Через год Козырек провалился снова от снега. Тогда ситуацию прокомментировал уже бывший начальник управления благоустройства Алексей Приданов. Он рассказал, что покрытие будут восстанавливать. И вот опять угроза нависла над пешеходами. Чтобы обратить внимание властей на эту проблему, мы связались с начальником отдела информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации города Иваново. Юрий Коротков сообщил, что не в курсе ситуации, сигналы в мэрию о состоянии Козырька не поступали. Впрочем, после нашего звонка к переходу были направлены рабочие, чтобы оценить масштаб разрушений. В течение 2 дней сотрудник мэрии не нашел времени для комментариев о сроках и стоимости ремонтных работ, но сообщил, что поликарбонат заказали. Анастасия Меладзе, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».